Учебный год подошел к концу. Все школьники и студенты сдают выпускные экзамены. В Сунжинском колледже управления и новых технологий свои квалификационные работы сегодня представляют будущие стоматологи. В состав приемной комиссии входят ведущие специалисты в своей области. После окончания данного колледжа можно поступить в любой вуз страны без сдачи ЕГЭ. Студенты, ожидая своей очереди, признаются, с вузом уже сроднились. Но пора делать следующий шаг, тем более перспектива есть. Я в данный момент уже работаю как зубной врач. У меня уже есть своя наработанная клиентура. Во всем мне этом помогали преподаватели, наш преподавательский состав и условия, которые созданы для успешного обучения в этом колледже, администрации колледжа нашего. Хочу обратить всем абитуриентам, кто хочет стать специалистам в своем деле, приходить в наш колледж. В колледже есть две формы обучения – очное и заочное. Фармацевты, стоматологи, медсестры, юристы, преподаватели и не только. Здесь готовят специалистов по 12 направлениям среднего звена и по одному направлению подготовки квалифицированных рабочих служащих. Свою специальность изучить таким образом, чтобы для них никакой диковинки не было, когда они выйдут на работу. Ведь наша конкретная задача – готовить их для того, чтобы они были хорошими специалистами. Все необходимое оборудование есть в этой лаборатории, вплоть до, вы видите, и телевизоры, и компьютеры, все-все для того, чтобы полноценно обеспечить образовательный процесс по любой специальности, которую выбирают ребята. Сунжинский колледж управления и новых технологий функционирует с 2016 года. Свидетельство о бессрочной государственной аккредитации получил уже через год. У студентов есть прекрасная возможность обучаться в новом здании, которое оснащено всем необходимым для плодотворного обучения. Сквинт – это современный четырехэтажный корпус, где есть более 20 учебных аудиторий, компьютерные классы, римские аудитории, конференц-зал, лаборатории. Все оборудовано по последнему слову техники. Дорогостоящая аппаратура доставлена прямиком из Германии. Тренер у нас наружный, так называемый, знаешь, для обработки модели. То есть это облегчает работу для студентов. Для этого, для изготовления, значит, вот этих всех новых таких технологичных конструкций зубных, это вот диоксид циркония, металл, керамика, обязательно должен быть аппарат пескоструйный. Здесь находится песок. Этот аппарат подключается к компрессору, он проводит пескоструйно обработку зубов, то есть это для лучшего прилипания, для эстетики. Вот этот аппарат необходим. За 8 лет работы колледж выпустил более 1000 студентов, многие из которых уже признаны не только республикой, но и другими регионами. Руководство учебного заведения делает все, чтобы выпускающиеся были уверены в своем будущем. Так здесь оказывают поддержку в трудоустройстве. У нас есть договора с базами практик, это по стоматологии, это стоматологические клиники, по другим специальностям, это в нашем министерстве, ведомствах и других организациях, где они проходят практику. И студент, когда себя зарекомендует во время прохождения практики, его, конечно, приглашают работодатели, и они остаются уже работать в тех местах, где проходят практику. У нас много случаев таких есть, трудоустроились уже порядка, вот из выпуска порядка уже 70 человек, они трудоустроены и успешно работают. Прием документов будет вестись до конца августа. Для дополнительных вопросов можно позвонить на горячую линию 8-964-059-78-88 или перейдя на официальный сайт college-sunja.ru. Адрес: улица Богатырева, 36. Рядом с основным корпусом идет строительство дополнительного здания. Это свидетельствует о том, что желающих поступить много. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз-24.